Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу вам показать кафе. На первый взгляд оно не очень такое приметное, но кухня здесь просто отменная. Для тех, кто любит чебуреки, вот, милости прошу в это кафе Ялта. Открытая кухня. Итак, входим в кафе, и сразу нашему взору представляется кухня. Это очень удобно, кухня находится прямо в зале, всегда можно понаблюдать, как приготовить твой заказ. В этом зале находятся, значит, столики, где можно посидеть просто вдвоем, наедине, и также для больших компаний тоже есть зона. Можно как маленькой компании посидеть, так и большой. Очень уютная домашняя атмосфера. Также есть второй зал, зона веранды. Одна стена полностью остеклена, очень уютно. Мы обычно сидим в этом зале. Нам очень нравится здесь, тоже очень уютно. Итак, мы в кафе. Мы зашли в кафе, нам принесли меню. И сказали, что в течение 3 минут подойдет к нам официант. В это время пока мы выбираем, что мы хотим заказать. Но здесь мы обычно заказываем чебуреки. Здесь самые вкусные чебуреки, вообще вот, которые я пробовала. Курицы. Цена указана за 2 штучки. Пожалуйста. Еще раз повторюсь, очень вкусные чебуреки. Через 3 минутки нам принесли чай. Мы заказали цитрусовый чай на травках, черный. Чай очень вкусный. Вот кто будет в этом кафе, я рекомендую именно такой чай. Ну, а вообще здесь очень большой выбор чаев. Чаек тонизирует очень хорошо. И за чаем не так долго тянется время, пока нам готовили заказ. И, наконец-то, наш заказ готов. Вот так. Такие вот ароматные, румяные, очень сочные и хрустящие чебуреки нам принесли. И поверьте мне, они просто тают во рту. Я нигде еще не пробовала таких чебурек. Всем рекомендую, вот кто будет в Ижевске и вообще ижевчанам, пожалуйста, можете зайти. Кто любит чебуреки, вы не пожалеете. Вот. Приятного нам аппетита!